Сейчас они им проиграли 2 с лишним балла. Таким образом переместились на одну позицию вниз. Я думаю, что им за что-то сняли. Я думаю, что... Нет, нету минусов у них. Ну, то есть, ну, им за что-то... Могли поддержку передержать. Ну, штрафов нет. Просто так. За что-то невысокие оценки. Екатерина Рублева и Иван Шефер. Пара, занимающая 2-е место после обязательного танца. Пока будут давать. Последний твизл не параллельно был. Даже. Очень здорово. Вот так я заметила только, в общем-то, последний твизл. Хорошо, но, знаете, хорошему нет предела, поэтому могли бы и лучше сделать. Да, последний твизл. Они тоже прибавили. Прошли серию международных соревнований. Даже кто-то кричит «Браво!». Так они понравились. Хорошо кричат. Действительно хорошо. Ваня очень хорошо выглядел. Вот. И, может быть, побыстрее хотелось бы одно из вращений, особенно последнее мне хотелось бы, последней позиции. Но вращение очень сложное, 4-го уровня, все. Шаги очень делают точно. Все доделано, дотянуто. Видно мастерство и тренерское, и появляется исполнительское мастерство. Это очень важно у молодых пар. Ну вот в прошлом году в сильнейшем составе они были бронзовыми призерами чемпионата страны. Это как за них болеют их одноклубники, можно сказать. Сейчас Хохлова-Новицкий. Надо сказать, что их лучший результат, полученный на турнире Cup of Russia, это 47 баллов и 7 десятых. Сейчас с таким результатом, если бы они откатались, они бы заняли только 4-е место по оригинальному танцу. Ну, у нас здесь сейчас Боброва и Соловьев, предположим, получают 55, то есть это уже на 7 баллов больше, на 8.
Сейчас будем смотреть, каких оценок удостоятся Екатерина и Иван. Те самые твизлы сейчас в повторе. Вот, в общем, по опорной ноге параллельно свободную ногу она отводила. И ощущение было, что не параллельно. Ну, кто техничнее сделал вторую серию твизлов? Он или она? Он. Получается. Хорошо очень с головой сделана эта поддержка. Это новое. Да, и новый финал. С большим удовольствием сами посмотрели на повторы. Ну, кстати, я обожаю замедленные повторы, потому что в них, если пара действительно что-то значит, она выглядит особенно красиво. Ее папа учил Женю Платова и Пашу Грищук. Ее папа Боря Рублев, который катался с ее мамой. Результат пары Екатерина Рублева. К сожалению, он ушел от нас и не видит, как катается его прекрасная дочь. Они получают на 10 баллов оценку выше, чем их предыдущий собственный же рекорд в оригинальном танце, которому 2 месяца еще даже не было. 31-37 за технику, за технические элементы, 26-49 за компоненты и 57-86. 88-86 у них. И они занимают второе место.